Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Здравствуйте, зрители моего канала. Это те, которые смотрят, но не подписываются. Таких, кстати, намного больше, чем подписчиков. Спасибо вам всем, кто ставит лайки, кто оставляет комментарии. Спасибо, кто подписывается, и спасибо всем за обратную связь, кто оставляет. Очень приятно. Смотрите, пожалуйста, на моем канале общие таро расклады для каждого знака зодиака на неделю, месяц, год. А также общие таро расклады на различные темы: любовь, карьера, отношения, работа, желания. Эти расклады временных рамок не имеют. Когда вы его нашли, тогда он у вас и действует. А сейчас, дорогие наши стрельцы, будем смотреть ваш таро прогноз на неделю с 20 по 26 февраля этого года. И тут у нас засветилась, по-моему, колесница, да? Ой, колоду перевернула. Колесница. Колесница говорит о том, что вы видите цель и знаете, как к ней идти. Тут самое главное удержать равновесие, силу воли держать и ничего не чтобы не было никаких перевесов. Также по этой карте, карта говорит о том, что возможно покупка машины и передвижение. И движение, то есть командировка, поездки, вот в таком плане может ожидать. Но вообще главное это когда, что вы видите цель и идете к цели. Итак, начнем. Первая карта для наших стрельцов на неделю с 20 по 26 февраля. Старший аркан умеренность. Эта карта говорит о том, что все будет хорошо, все у вас получится, если кто что задумал, какие-то проекты и тому подобное. Но по этой карте главное здесь не торопить события и умеренность. То есть не злоупотреблять никакими ресурсами, ни финансовыми, ни физическими, ни еще какими-либо. То есть все должно быть в меру. В меру, не торопимся, потихоньку результат будет, но не злоупотреблять никакими ресурсами, карта говорит. Следующая для наших стрельцов карта, замечательная карта, двойка чаш. Карта говорит о предложении руки и сердца, возможно, свидании, о новом знакомстве, о флирте новом. В общем, в любом случае, это карта приятного такого общения, свидания. В сфере финансовой это может быть встреча с партнерами, которая пройдет в приятной обстановке. То есть все друг друга понимают. В любом случае, это такое вот свидание, флирт, знакомство, предложение руки и сердца. Так, следующее. Семерка жезлов. Да, семерка. Эта карта говорит о настойчивости. Говорит о том, что, может быть, кому-то из стрельцов нужно будет проявить такую настойчивость и защищать что-то свое, все что угодно. У каждого может быть свое. Проект, семью, работу, дело, финансы, все что угодно. Карта говорит о том, что вы будете в выгодном положении. У вас все получится. Нужно проявить настойчивость и решительность. И тогда все получится и пойдет дальше. То есть, если это по финансам, по идеям, по чему угодно, это новые ростки по-любому будут. То есть, нужно проявить решительность и настойчивость. У вас выгодное положение будет, если будет какой-то спор. Нужно будет что-то доказывать. Такое может быть. Следующая карта для наших стрельцов. Туз жезлов.
Туз жезлов – это очень такая мужской потенциал, карта большим потенциалом энергетическим. Мужская такая карта. Это карта новой идеи, которая может вас озарить, да, что-то новое, начало чего-то, какого-то нового дела. Очень такое, знаете, со страстью, с энтузиазмом. Новый проект какой-то. Это карта сексуальных бурных отношений. Я бы даже сказала, зачастую бурного романа. Тут будьте внимательны, карта говорит о том, что могут даже быть зачатия. Поэтому, кто не собирается заводить детей, будьте внимательны, особенно при бурном романе, у кого вот такой возможен. Нужно принять меры. Вообще, карта очень такая с энтузиазмом, со страстью, что-то будет у вас проходить, новая идея, новый проект может появиться, может быть, обсуждение его в таком духе. Что-то новое такое, очень-очень уж такое эмоционально страстное. Так, следующая карта для наших стрельцов. Отшельник. Может быть, в связи с вот этими всем чем угодно, или отношениями, или новым проектом, новой идеей, у кого что получится по этой карте, вам нужно будет даже все хорошенько взвесить, обдумать, отдохнуть, прийти в себя, может, кому-то, найти решение, как действовать дальше, или просто отдохнуть. Если будете решение искать, то вам нужно побыть одному в тишине, в спокойствии и, вот знаете, поискать ответ у себя, в себе. Ваш разум вам подскажет. Вы найдете решение только вот внутри себя. Нужно отдохнуть, побыть наедине с самим собой. И вы найдете решение. Сейчас хочу карту положить на вот это вот, что придется доказывать, чего это может касаться, какой сферы жизни, вот что отстаивать, может, кому-то из наших стрельцов нужно будет. Ой, вы знаете, значит, что отстаивать? Кому-то могут не давать отпуск. И вам придется решительно и настойчиво его чуть ли не требовать. Все, я заработал, я заслужил, мне нужно в отпуск, мне нужно в отпуск, я заслужил. Такой может быть вариант. Также может быть, естественно, отстаивать свои финансы, свои сбережения. Тут может быть все что угодно. Кто-то говорит, давай вложим, нет, не хочу, не буду и так далее. То есть, в общем, одним словом, финансы отстаивать свои, вот кому-то, может быть, тоже придется. А еще, может быть, вот, знаете, отстаивать свои какие-то желания. Нет, я хочу поехать именно туда или полететь. Я не хочу туда, куда ты говоришь. Или я хочу платье вот такое, а не вот такое. То есть что-то свое, чего вы хотите. Вот такое тоже возможно. Так. Что еще у нас тут? Хочется почему-то достать еще карту. Ну, давайте на туз жезлов. Что же это, чего это касается? Ой, смотрите, будьте внимательны, потому что вот достала все-таки тройку. Кого-то, может быть, этот туз и опечалить. Вот видите, как у нас шла картина. У нас шло вот так, что потом надо подумать. То есть я говорю сейчас о том, что вот если здесь бурные отношения, это, скорее всего, такой просто бурный роман, то он может, да, потом расстроить, опечалить, будете переживать. И, так сказать, то, что переживается сердцем. Или же вот проект, может быть, что-то сорвется, что-то не так. Поэтому будьте внимательны в любом случае, если то, о чем я, что я перечисляла по вот этой карте, что-то из этого, у кого-то, если проиграется, может потом впоследствии вас расстроить и привести в такие, знаете, болезненное состояние. Поэтому будьте внимательны и с сексуальными отношениями, с бурным романом, и опять же с зачатием я говорила, или же это с каким-то новым проектом, новой идеей, может быть, она окажется
что-то пойдет не так и может потом получиться не так, как вы планировали. А сейчас мы достанем нашим стрельцам карту совет из Таро Ангелов на неделю с 20 по 26. Девятка чаш. Девятка чаш говорит нам, вернее вам, советует. Ваше желание исполнится, проблемы исчезнут, и любовь к жизни у вас будет. Ну, хочу сказать, значит, резюмировать это все, ваше желание исполнится. Девятка, да, эта карта означает девятка час. Это исполнение желания, это когда вы достигли то, чего вы хотели, это когда вы очень довольны собой. Я молодец, я это сделал или сделала, я достиг то, чего хотел, и теперь мне надо себя побаловать. Чем угодно, то есть отпраздновать и так далее. Вот так вот. Это все исполнится. Пишет желание, ой, на карте пишет желание исполнится. Ну, это девятка, она это и означает. Вот такой получился расклад для наших стрельцов. Спасибо вам за лайки, за просмотры, за подписку, за комментарии. Благодарю. Всего вам хорошего и до встречи на моем канале.